метки снимут, баф и разбаф. Оставь себе это фантастика. Диджей, давай ты на боссах, я на... Да. Да, не услышал? Окей, все, ты на келе. Не заслакай только милишную эту метку. Я буду анонсить тебе. Чтобы не было как в прошлый раз. Даю макрос по макросу. Сейчас... Подойдите, встаньте все в одну кучу. Со звездочкой. Кто-то остался. Кто МТ? МТ диджей, я ОТ. Окей. Босса напуливайте в диджея, я заберу адов, отведу их. Я надеюсь, все пэтов на АФК поставили. У кого есть черви, ДК, не бейте. Вообще не бейте, просто ждите келя. РДД, играйте в Баншу. И звезды Банша. Звезду сыграли. Ульда. Что это было? Ну, молодцы. Сейчас там скелеты, мужики, убейте. Опять кто-то цепуха стонул. Скелеты умирают. Квадрат банша вышла. Плохо. Ребята, квадрат банша вышла. Дайте мобам ближе подойти немножечко. Не бейте их там. Квадрат банша вышла. РДД. Скелет на звезде убить сразу. Да скелеты быстро. Печенье, ребята. Печенье там идет лучше банша. Тут же забрали в баншу, сыграйте. Понятно, что быстро, уже два скелета взорвалось. Крест и квадрат сзади, в спине у нас много скелетов идет, развернитесь, РТД. Спасибо большое. Вот, треугольник подходит близко. Банша в звезде, парни, РТД, сыграйте. Банша луна еще. Да, следующую баншу в луну сыграйте. Сначала это добейте, все, давайте в луну. Массовыми скиллами никто не бьет. С печенья скелеты подходят. Всяко, чё стоишь? Я видел только что, как ты стоял. Звезда большая. Ребята, ром, треугольник, луна, много скелетов, РДД. Диджей, готовься. Подходи к келю, диджей. Келю, иди, диджей, сразу. Панши, звезда. Сначала трэш доигрываем. Доигрываем, доигрываем. Милики, идите, бейте келя. РДД доигрываю.
Милики разошлись, милики разошлись, милики разошлись. Центр оставьте РДГ хилам. Выходите отсюда. Ребята, от вот этой красной расщелины отходите как можно дальше. Не надо, если вы думаете, что вы вышли за нее, она все равно там рядом ударит, там больше, чем вот просто этот красный кружочек. Там вокруг нее еще бьет. Взрыв от Эдиса выйди. Или это отбегите от Эдиса, от черепа просто отбегите и все. РДД зона. Кто там? Эршан, доктор зло. Доктор зло. Доктор зло. Красавчик. ДК сразу зеленки отдали, паладины поотдавали свои баблы, вот эту всю чепуху. Сразу сейфы билки все свои поотдавали, варлоки отдали свои демоны, это формы. Отдавайте прямо сейчас баблы, зеленки, все отдавайте, все свои сейвы. Сейчас даст контроль и потом какого-то паладина не убьем. Шаманы в жабу сразу, друиды в циклон, маги, полиморф. Как будет контроль. Никто никого не бьет. От Эдис. Эрпалы же, станы можете просто отдавать, но бить не надо. Отошли от черепа отошли. Вот вы видите, не успевает выносить. Я ресну. Кто там у нас? Хантер. Кикайте косты, парни. Расщелина. Всяко. Вышел. Отойдите от этого, от черепа. Милики разбежались. Отведи его немного, диджей, чтобы милики увидели. Угу, спасибо. Никипоц, если есть, отдай в Канкуля Иннер, Олимп, Void Light Иннер. Все, хорошо. Void Light дайте. Все, хорошо. Бам, дай Канкуля Иннер. Давайте, сейчас уже будут выходить. Отошли от черепа. Босс, походу, забагался, не будет. Так, я забираю стражей. А уешками не бьем, чтобы стражи на вас не пулились. Я заберу все. Милики, расщелина, милики, разбежались. Геру, давайте. О, есть. Контроль раздали. Сразу циклоны, полиморфы, все поддавай. Ой, блядь. Медведи, ресните. О, хорошо. Вовремя льды дали. Ресните быстренько медведя. Олимп или Никипоц, у кого СБР? Медведя Шумского. У меня. Шумского, да. Ресните быстро. Заберу, я сейчас позабираю весь трэш, позабираю. Никипоц бамма. Или если Никипоц резал Олимпа. Я нет БР, я отойду. Я резал Шумска. Вышли, от черепа отошли все. Блядь, да что такое? О. Собирай ДК на боссе, который стоит. Скай, ты помог, кто в танке? Кто в танке еще есть? Пробуйте. КПСС, забирай на себя. Может, Геру? Сиди, ты сейчас забери, подведи ближе к Келю. Что ты там? Геру давали. Раздали контроль. Контроль раздали. Все там к боссу пошли. КПСС, помоги позабирать трэш. Уведите от босса трэш просто. Скорейн и КПСС. Позабирайте, потаунтите трэш и отведите его от босса. Расщелин. На хп дай. Тём, спой гимн на хп.
на ману пойду. А, Динатрий, прыгни быстро в фрост-стойку и позабирай трэш. Потаунти трэш на себя. Филь титан. Таунти, давай еще двоих забирай. Диджи, выбери. Выйди. Хорош. Раф, попробуй отвести немного трэш в сторону. Контроли раздали. Дайте контроли жоги кидаю. Пробуйте отдать весь ДПС в келя. Пробуйте. На маны нет, блядь. Давайте, 300к. Пробуйте. Отойди, запуль на себя келя. Не дотянут. Да, вместо контроля надо было добивать. Нет. Там он классные льды сначала отдал. Я упал в тех льдах, а потом он отдал вторые льды, и подо мной рыснулась красная метка. Я второй раз упал. Он контроль пиздец как вовремя дал. Ну, ты видишь, он на 30%. Я думал, забагался, как всегда. Пидорас на ПВП-шу. Блядь. Протеус, прыгни в третьего танка. Не, Динатрий, не надо. Нам три танка с головой хватит. Там просто два раза мне не повезло и все. Тяка, ты вставать будешь? Да. Ставьте шкаф, суманем там тех, кто внизу. Быстрее. Блять, тыкайте. Ребят. Рыбу поставил. Ай. Ребят, как келли начинаем бить, отдавайте сразу баблы, щиты эти свои зеленые, все по КД просто отдавайте. Все, что может шотнуть или как-то засейвить вас, и вы можете бить, сразу это все отдавайте. Холи пала можно не отдавать, холики они вас не шотнут. Не, холики не, верпалы. Крылья сразу, все абсолютно вот это вот прожимайте. Там контроль от две совы есть и код есть. Код забиваешь на ДПС, видишь, контроль бьешь и даешь вихрь. Я блайнд дал. Ну блайнд он сбивается, если что-то дамаг какой пройдет. А видишь, что... Сидишь такой на контроле, и в итоге в контроль берет тебя. Че страшно? И ты смотришь такой со стороны, как там все валится потихоньку. Понимаете, шумский Протеус. Дай ключок. И бежим со звездочкой.
ребят, не отдавайте БР, пожалуйста. Типа, если вам не сказали, то только что так получилось, что два БР в одного человека отдали. Okay. Типа, приоритет треснуть, это либо танка, либо хил. ДД могут полежать, позагорать. Не-не, у меня есть, там СС и постоянно раздам. Не надо мне СС. В печенье банша идет, РДД, можете в баншу сыграть. Вот. Да там эти льды, блин. Да, дал покурить свою сигару. Ну, у нас так всегда, процент 2 мы не добиваем. Ну, у нас постоянно процент 2 мы вот... В крестике идет банша, ребят. Не надо, там льды сносят 75% от твоего общего количества хп. То есть эти льды просто прохиливаются, на офе они сносят 125%. Вообще эти льды должны шотать. Саша, я вообще фукает на весь день. Не, надо это надо вообще просто рейд на субботу переносить. Надо просто переносить на субботу рейд и все. Да у нас хватает людей, просто занимайтесь набором людей. Я набираю людей, он мне сегодня 3 человека написало, что они пришли на 19, на, они пришли в 19.05, а места им уже не было. Кто, новенький? Нет, Саб-Зиро там какой-то, по-моему, да, новенький. Август ну, еще был такой. По-моему, Решалу я добрал, если я не ошибаюсь, это PvP Hunt. Решал это Шамик. А, не, значит, я какого-то... Как это Шамик? По-моему, Hunt у нас какой-то был. Хант в рейде. Какой ник? Луна Банша. Ну, решала, у него персонаж второй. Ну, короче, я добрал какого-то по ханта, говорит, 6к дает. Людей просто надо добирать. Неважно, я вам добираю лоу-левела, даже они нам качают гиль. Смотрите, мы были каким? 7 уровнем, сейчас мы уже 12. Половину до 13, тем более сейчас все давят остров. Добирать просто людишек надо, да и все. Я же говорю, Август пришел, Саб-Зиро пришел. Ну, типа, приходят люди, а у них уже места им нету. Диджей, давай к этому телю. Добиваем баншу, ребят, треугольничек, добиваем баншу. Расщелина, милики. Не знаю, сколько раз надо повторять. Кто? Еще не готово. Отошли от черепка. Милики, у вас милики, в миликах, в милизоне. Сейчас умрет кто-то. Хорош, сказал. Я забрал келя. Олимп, отдай БР. В секси диджей Олимп, если есть БР, отдай. Дали баф по рейду, зафулили танка. Диджей, забирай. Задали контроль. Контроль, циклоны, вот это все поддавай. Хорошо. Аккуратно, не убейте, там кто-то в контроле бегает. А, Тедис, контроль.
А что происходит, ребят? Это фокал. Отведи сюда, диджей, отведи ко мне. Никипоц, давай мне в Конкуля, БР, бам, в Доктор Зло. Забирай диджей с меня. Я сейчас дам в Эдиса. Милики, аккуратно. Ой, нет, в РДД-зоне. Сразу, Никипоц, отдайте. Никипоц, Иннер, если есть, в Доктора Зло. Я дал Иннер в Эдиса. Я в Ханкуле дал, порядок. Все, хорошо. Олимп есть, Иннер, дай в Доктора Зло. И бам, дай в Доктора Зло. Мне нужен фуловый РШАМ. Контроль раздали? Циклоны, жаб, контроль пораздавали. Не бейте их, только не убивайте их, пожалуйста. Контроли, жабы. Вышел черепок из рейда от Эдис. Вышел с контроля. Еще ему один контроль, еще один контроль. Все, хорошо. Бьем босса. Так, стражи. Взрыв маны, черепок вышел. Хорошо. Расщелина в центре. В центре прямо. А кто в центре стоит? Какой-то маг стоит в центре или шам? Хорошо, успех. Так, я забираю стражу. Не ОЕшьте, дайте я стражу. Кто там стоит? Угу, молодец. Еще стражей, Протеус, бери стражей, подводи куда-то ко мне их. Контроль, контроль раздали, парни, жабы, циклоны, все поддавали. Все, Протеус, иди рейду помогай, давай я подержу. Угу, Void Light упал. А БРов у нас больше нету, да? Бей, Геру дайте, доктор. Щелина в РДД зоне. А если от кого-то откатился Иннер в Атегиса, мне срочно нужен Иннер. У нас два хила. Гим дать? А, давай гим, конкуль, бочку давай. Нет. Парни, метка в мили-зоне. В мили-зоне метка. В мили-зоне разбежались оттуда нахер. Один хил у вас. Давай Атегис потей. Меня можешь не хилить, Атегис. Хиль там больше, потом там работает. А, ребята, ЛМ, вы помогайте хилить цепками. Спокойствие отдали все друли, у кого есть. Подняли свои пати на фул. Медведя можете не хилить, я постараюсь. По чуть-чуть подхиливайте, когда у меня 50%. РДД зоны разбежались. Постараюсь пожить на медведе. Давайте фул ДПС. Иннер в Атеди садайте, у кого уже должен был откатиться у кого-то. Я даю. Гим на хп, да, давайте. А, помогли, захилить. Бля, диджей. Протеус, лови босса, Протеус, лови босса. А, Элема, помогите захилить. Добивайте, добивайте. Все, добивайте. РСМ рейд. Что там? РСМ рейд. А потом что там? Комбат. Я выбер, я не могу резать. Комбат висит на всех. Сейчас он поговорит и пройдет комбат. Понятно, помню. Не, хапалы никого не убьют, хапалы никого не убьют. Минус 3. Ляп. Он топор на диджея, на танка. Это одноручный. Это одноручный, простите. Щит — это элемы. Элемы, эршамы, хапалы. Но я бы давал приоритет на элемов.
Давайте, Протеус, Скай, рольте. Маги, поставьте порт. Не ливайте из рейда. Вам Слава сейчас начислит ЕП, и потом ливнете. Голос разума, щит. Элемы, Палы, Эршам. Давайте. Ну, честно. По ПГП идем же. Да, да, да. 226. Так, Тедис выше. Это такой же кинжал, как у этого, у Паши? Да, да. Рока у нас один. Его это не спасет, наверное. Я, кстати, забыл про Ская и про Теуса. Тоже передай этому Скаю, тогда он повыше по приору. Ну и ты 7 паров. И жаре чернокнижник ройте. Скайп, скажи, пожалуйста, ты ролил пушку предыдущую на танка. Если там осталось время, отдай ее. Да, сейчас я найду. Таргариус, не уходи. Ой, Таргариус. Протеус отдать сюда? Да, ну, если она же тебе не надо, ты поменял на 10. Мне не нужна, просто у нее 212 с острова, надо она его. Напиши в приват и разберитесь там. Какая? 226 тебе не надо? Скай, ты там по приоритету, ты выиграл 226-ю пушку. Да, я шарю. Я говорю про то, что у него с острова 213, и так что у меня 213, я надо его не нужна. Короче, у тебя пух остается, да? Да.